Привет, друзья! Я Маквин Тыквочкин, и сегодня хочу поделиться с вами моим мнением о AeroZone и почему я не рекомендую его просмотр. Давайте разберемся. Во-первых, качество видео. AeroZone не обладает способностью создавать контент высокого качества. Во-вторых, атмосфера на канале. Он очень токсичен, что делает просмотр неприятным и негативно сказывается на общем впечатлении. Наконец, монтаж. AeroZone не проявляет достаточной грамотности в этом важном аспекте создания контента. Это были основные причины, по которым я считаю, что просмотр AeroZone не стоит вашего времени. Спасибо за внимание и до скорой встречи.